И всем привет, с вами Алекс Носочков. И сегодня мы играем в Warface. Но сначала подпишитесь на мой канал Нубас. Подпишись. Давай подпишись на канал. Я же жду, давай. Давай подпишись. Пока что здесь 30 секунд. У тебя есть 30 секунд до начала игры, чтобы ты подписался. Сверни прямо сейчас видосик. Поставь лайк и подпишись. Ну пожалуйста, ну подпишись на этот канал, пожалуйста. Просто возьми и подпишись. Это все, что тебе требуется. Просто нажать на кнопочку подписаться. Все. Я сразу начинаю играть. Потому что я играю только для вас. Поэтому просто подпишитесь. Просто подпишитесь. Больше от вас ничего не требуется. Подпишитесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы начинаем играть в Warface. Мы играем опять в Ледокол. Это наша... Не помню уже какая часть. Ну, в общем, похрен. Сегодня у нас такая часть, в которой мы будем опять тащить. Точнее, как тащить? Мы будем пытаться тащить. А затащим мы или нет, это уже нужно будет думать. Да. Ладно, это не важно, это как бы... Да кому это надо? Ладно. Самое главное то, что у нас есть в команде два меда. Да, который у нас, кстати, был. Который сливальщик. Ну ладно. Значит, у нас есть какой-то еще ранг. Значит, у нас есть три человека ромба. Один даже ромб, даже около меня рангом. Ну, точнее, на два ранга там ниже. Ну ладно, это не важно, это пофиг. Ладно. Окей. Что дальше тут? Мы, как всегда, в эту играем. Я еще ни разу ее не прошел. Я без вас, когда снимал видео, я дошел только до мамонта, а потом просто проиграл. Вот и все. Ладно. Ожидание остальных игроков. Окей. Сейчас будем тащить. Ну, точнее, я так думаю. А то, что мы затащим или нет, это уже... Это уже посложнее немножко, потому что... Ну, вряд ли мы затащим. Хотя нет. Возможно, вот эти три человека затащат. Но это не точно, ребят. Или точно. Или... Не знаю. Похрен. Окей. Значит, чё? Так. Окей. Сейчас я кое-куда схожу. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель. Маркула 226 на позиции. Конец связи. Несколько целей. Стрелковое оружие. Как понял. Отбой, Акула 226. Следите за главной целью. Еще вертушки. Сбейте их. Игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты.
Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Стрелок готов. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе. Намного лучше. Thank you.
Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Внимание! С корабля запущены капсулы с турелями. Бейте их, пока они не Точно в цель! Выбирайтесь оттуда! Глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Спасибо.
Блок нейтрализован. Вперед! Стрелок мертв. Идем дальше. Они заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Помогу. Стой на месте. Постой на месте, я подлатаю тебя. Повторяю, стрелок убит. Ты в надежных руках, держись.
вовремя. Теперь ракеты снова под нашим контролем. Ожидайте дальнейших инструкций.